Дорогие друзья, добрый вечер. Начинаем розыгрыш. Вот, всех участников розыгрыша я разделил на три группы. Протеин у нас хочет выиграть 41 человек. Турник 28 человек. И экшн-камеру 74. 41, 28 и 74. Всего в розыгрыше участвует 143 человека. Решил оставить всех, так как почитал все комментарии, подумал, что ну, все достойны приза. Выбирать никого не стал. Так, начинаем. Разыгрывать мы будем с помощью генератора случайных чисел. Давайте начнем, пожалуй, с экшн-камеры. У нас здесь 74 человека. Соответственно, мы ставим от 1 до 74. Итак, готовы на старт. Внимание, поехали. Выигрывает номер 67. Проверяем. 67 номер. Владимир Осипов. Переходим по ссылке. Вот, Владимир Осипов выиграл у нас экшн-камеру. Теперь надо проверить, состоит ли он в группе и разместил ли ссылку на своей странице. Так, давайте мы посмотрим. Владимир Осипов. Владимир Осипов. Есть. В группе он состоит. Условие выполнено. И теперь заходим на его страницу и смотрим, разместил ли он наш розыгрыш у себя на страничке. Розыгрыш был 1 июля. То есть, если записи у него нету, он много участвует в конкурсах разных. Так. Сегодня это все. Опа! Молодец! Вот, наш конкурс размещен. Соответственно, Владимир Осипов является победитель, который выиграл экшн-камеру. Так, не так мы сделаем. Сделаем вот так. Владимир Осипов. Экшн-камера. Первый победитель у нас готов. Так, теперь мы будем разыгрывать турник. У нас участвует 28 человек. Да, желтым цветом это я выделил людей, которые согласны на любой приз. Они отмечены желтым, чисто для информации. Разыгрываем турник. 28 человек. Ставим цифру 28. И давайте. 1, 2. Поехали. Номер 26. Смотрим. Турник номер 26. Виолетта Александровна. Переходим по ссылке. Вот она, Виолетта Александровна. Из города Новороссийска. Интересно, как она будет забирать у нас турник. Так, заходим в группу. В группу. И смотрим. Есть ли у нас тут Виолетта Александровна? Да, Виолетта Александровна в группе. Так, заходим на ее страницу. Да, ссылку разместила. Молодец. Соответственно, турник у нас выиграла Виолетта Александровна. Оп, есть. Ну и главный приз – банка протеина. 41 участник. Ну, вот многие из них согласны на любой приз, кроме банки